Безысходность толкает к мистике. Люди рассматривают предсказания. Кто-то обращается к логике. Все ожидают от Бога сказания. Общее настроение будет новый. Не знают возраста, но от Бога. Он женат, а не вдовый. Русь сама подведет итоги. Главное, что будет гонец от Бога. Он примет страной управление. Будет назначение самим Богом. Неожиданным будет его появление. Люди считают, когда будет конец, проявится вдруг Спаситель. Это будет преображение венец. Русь будет для него обитель. Люди не смотрят, что на войне. Началась без Бога, закончится с ним. Состояние в духе важнее вдвойне. Каждый человек на войне – пилигрим. Мир сегодня на границе эпох. Кто-то должен вести человечество. Придет скоро от Бога пророк, способный собрать Отечество. Люди ждут его, но не готовы сами. Надо создать для гонца условия. Он готов разделить судьбу с вами. Он повторяет слова Бога дословно. Война ведет мир к бездне. Люди, повторяю, ищут Мессию. Мессия проявится скоро везде. Люди должны понять и свою миссию. Люди должны захотеть мир. И очень. Пророка Бог присылает вовремя. Люди должны захотеть день. Жизнь не должна быть бременем. Кто-то хочет оставить как есть. У людей в головах туман. Надо убрать между славянами месть, чтобы жизнь не превращали в обман. Люди поймут, что так жить нельзя. Надо остановить сражение. Русь скоро ждет другая стезя. Люди испытывают власть и давление. Люди не будут терпеть это долго. Давление ведет к пробуждению. В войне нет никакого толка. Надо жизни определить направление. Нет выхода. Надежда на Бога. Управление в руках пророка. Пророк знает направление итога. Над планетой не будет рока. Можно надеяться на итог. Бог — это вершина Вселенной. Люди сами должны избежать помех. Пророк обеспечит нетленность. Пророк есть, но еще не проявлен. Он ожидает от людей действия. Он знает, что без Бога жизнь тлен. Помните, есть причины и следствия. Не надо просто ожидать пророка. Он проявится в нужное время. Его цель — встретить вас у порога. Нельзя превращать жизнь в бремя. Явление пророка — это следствие. Это следствие людей промысла. Не будет никаких последствий, если сходится с Создателя замыслом. Все готово. Готов и сценарий. Люди вслух проявляют желание. Надо чаще людям ходить в планетарий, чтобы судьбы мира пришло понимание. Люди уже на пути к Богу. Рядом с вами всегда пророк. Вы окажете друг другу подмогу. Вы уже прошли испытательный срок. Пророк – необходимая часть сцены. С каждым мигом проясняется его роль. Людей ждут исторические перемены. Люди не будут испытывать боль. Людям понятно, что власть надо менять. Через несколько месяцев проявится такое счастье. Люди не могут сами мир поменять. Нужно обязательно Бога участие. Бог будет управлять через пророка. Главное условие – желание масс. Мир сегодня вновь у истока. Окончательно для людей определена трасса. Люди понимают, что поможет Бог. Другой помощи ждать не стоит. Если человек с Богом объединиться смог, то жить ради этого, поверьте, стоит. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 15 апреля 2022 года. К
Катрен, люди поняли, что власть надо менять.